Всем еще раз привет. Сегодня второй день, как мы купили, привезли наших индюков. И сегодня... Как это так? Правильно, что... Плевать это было. Ну, в общем, да, было принято такое очень быстрое решение петуха нашего рыжего ликвидировать. Потому что... Ликвидатор. Ну, как, я не знаю, как по-другому так сказать, что вот не было очень грубо. Ну, просто супа правильно. Ну, в общем, стала наш Васька с полным набором. А все потому, что он затерроризировал индюков. Не успели они приехать, как он их затеррорил. Да. Они, получается, целые сутки не ели, не пили, только он, сидели он не подпускал, на жердях. Да, он их не пускал к еде. Про ножки подними. А сейчас вон уже склевали половину такого большого тазика снега. Уже видно, что, ну... Зерно подклевывают, ходят там. В общем, жизнь не наладилась. Начинают осваиваться. А мы вот гулять пошли, на санках кататься. Да? Что был? Кто-то бросил каку. Нехороший какой-то человек. Кто-то нехороший. Что там, Декстер? В общем, нашего папу Женю можно это... С почином. Да. Как ощущения, пап? Ну, не очень. Не очень. Первый раз? Да нормально. Ну, мы были к этому готовы. То есть, что рано или поздно придет тот момент, когда нам придется начать кого-то рубать. Да не, потом все равно придется. Блин, я думаю, что это будет очень накладно растить птицу до того момента, пока она сама не это. Садись, зай, покатай. Не помрет. Давайте, вы с мамой сядете, я вас. Сейчас мы. Давай до березки дойдем. Да, до березки. Ну или давай сейчас сядем. Отсюда уже можно. Понесли. Что, нормально идет? Смотрите, от березки. И понесли. Довольно-таки хорошо сейчас поехали. Далеко. Сейчас буду пешком обратно идти. С горочки хорошо. А вот под горочку, ну, мы пойдем им навстречу. Погода сегодня хорошая, безветренно. Градусов, наверное, минус 5, наверное, скорее всего, сейчас. Ну так, вообще ничего не ощущается. Клево. Вон, довольные бегут. То есть в деревне можно и так развлечься, пойти покататься на санках зимой. Все, катаемся дальше. Мама не дает. Мама, ну дай ребенку санки. Гоняй. Ну давай, сядешь. Они так не поедут, Белл. Главное упираться. Тихо. Я победил. Я победил? Кого ты победишь? Белл, они так не поедут. Но она ж маленькая, не достает. Там такая просто снизу. Как вам ощущение?
Ну это старый след. А не, это может и собака. Изучаем следы на снегу. Кто у нас? Быстро. У нас у всех все нормально. Мы любим поваляться в снегу. Мама, как ощущения? А? Как ощущения? Как попа? Больно. Больно. Кто-то меня догоняет, догоняет. Что, догнала папу? Вон, мама сейчас нас догонит, смотри. Бежим от мамы. Куда? В сугроб. Осторожно, не упади. Декстер с нами. Белла, что? Коленку. Кого ты? Коленку. Коленку. Стой. Я хочу самую. Что а ты? Вы меня не догоните. Давай, убегаем, мы будем тебя догонять. Опа, на месте. Вот как. Шапочка пошла. Тренируем ребенка. И что ты сугроб сразу бежишь-то, Белл? Беги по дороге. Я не знаю. Не, просто чтобы видеть, чтобы она сейчас не спать, могли бы съездить, я бы вам показал бы эту самую норку эту. Так, может, поехали съездим, а что уже ей спать? Время уже сколько? Часа два? Ну да, наверное, так. Просто вчера катался по лесу, получается. Ну да, можно сказать, по лесу. Помоги. Сейчас, зайка, подожди, давай помогу. Вот, и ну так, ехал тихонечко совсем. Просто смотрел. Свежий снег, как бы видно следы всяких разных зверушек. И нашел там свежую нору. Вот интересно, кто ее выкопал? Лиса? Или кто там еще? Барсук? Просто вот сейчас, пока еще сильно не стемнело, можно съездить, посмотреть, девчонкам показать. Ну и лес. Зимний лес посмотреть. Просто вообще прикольно, там как в туннеле едешь, так красиво. Все деревья в снегу. Мама, не убегай. Ты меня задавишь. Так что пойдем домой, сядем в машину, поедем прокатимся немножко. Вредина? Там вредный ребенок, да? Или нет? Был. Было. Было. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Тебя зовут? Остановись. Скажи, как тебя зовут? Было зовут Викненина. А фамилия твоя как? Белла, Изабелла. Быстро? Белла, Изабелла и Фигнеевна. С фамилией сложнее. Фамилию мы не запоминаем. Нет. Хотя она намного проще. Отчество. Да не, папа справится. Папа ж сильный. Справится. Мы будем культурнее. Мы заберем мусор.
сейчас пошли. Куда они пошли? Он решил там нагадить. Значит, там нету никого. А, вот оно что. Стоять! 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 Командиркин, стоять!